Берат, мам, пожалуйста, позволь, и не плачь. Давай, оставь это, я уйду. Нет, не могу. Когда я вижу тебя таким, как я могу не расстраиваться, мой дорогой, мой несчастный? Сынок, ты куда собрался, и когда ты вернешься? Ради Всевышнего, пожалуйста, не уходи, умоляю, не надо. Мам, пожалуйста, отойди, я не отойду. Я тебя что, на улице нашла? Мне сложно было тебя воспитать. Что ты будешь кушать, а? Что ты будешь пить? Из-за какой-то девочки не надо так делать, дорогой мой, пожалуйста, не надо. Это ни за кого бы то ни было. Сынок, ты таешь у меня на глазах, я же вижу, ты по ночам даже не спишь. Это из-за Бахар. Но я ведь тебе говорила, что ты не можешь видеть их вместе. Ты говорил, что справишься, но у тебя не получается. Сынок, ты забудешь, люди, они привыкают. Они ко всему привыкают. Мама, сынок, послушай. Хочешь, мы переедем? Переедем, куда ты захочешь, ладно? Она не последняя девушка на свете, ты полюбишь другую. Я знаю, что тебе больно, но ты забудешь это, дорогой мой, ты забудешь. А я не хочу ведь любить другую. Да, ты права. Я уже так не могу. Не могу видеть их каждую минуту перед своими глазами, понимаешь? Я не могу здесь оставаться. Сынок. Берат? Куда ты, брат? Что случилось, брат? Садись давай. На ЗОЖ. Ну скажите же что-нибудь. Да нет, ничего. На родину возвращаюсь. С кем-то что-то случилось? Нет, ни с кем ничего не случилось. Тогда откуда это взялось, брат? Что случилось, а? Что ты скрываешь? Что вы скрываете? Слушай, не затягивай ради Всевышнего. Кемаль, что мы будем от тебя скрывать? Слушай, брат, подожди немного. Я тебя так не отпущу, отстань. Берат, пожалуйста, не уходи. Берат мой, пожалуйста. Слушай, Берат, оставь, поговорим с тобой. Слушай, Кемаль, не о чем говорить. Нет, есть. Да оставь на 2 минуты, поговорим, а? Слушай, хватит, а? Берат, это... Скажи что-нибудь, Берат. Нечего сказать. Берат, ответь мне. Берат. Пусти меня. Берат, говоришь, скажи что-нибудь. Сынок, все, ладно, хватит, хватит. Берат, скажи мне что-нибудь, говорю, скажи. Да хватит уже, оставь меня. Сынок, позволь ему идти, пожалуйста, а? Позволь. Берат, Берат. Ты не злись на Берата. Ты не злись на него, ладно? Он ночами не спал. Просто плавился на моих глазах. Разве легко? Вчера вы были еще детьми, я это помню. Берат приходил домой. Он тогда сказал, мы с Кемалем стали братьями. Оказывается, вы стали братьями тогда, в тот день. Он твой брат. Не злись на него. Боже, с одной стороны ты, с другой стороны он. Берат с тех пор, как себя помнит, он любит Бахар. А когда он узнал, что ты любишь ее, что он мог сделать, дорогой? Он не смог сказать, ну не смог. Он сказал, раз уж мой брат любит, я тогда отойду в сторонку. Бедняга. Он думает, что вынесет эту боль. Но когда он увидел вас вместе, он не выдержал. Это не ваша вина. Откуда ты мог знать о его любви?
вместе с тобой. Он даже пошел тебя поддержать, чтобы ты попросил ту, кого он любит. Но он не выдержал уже, понимаешь? Он ушел отсюда. Кемаль. Не злись ты, сынок, ладно? Не злись ты на него. Что случилось? Все нормально? Берат, что с ним случилось? Ранее он приходил мимо наших дверей. Я позвала его, но он ничего не сказав шел. Причина пожара в моем сердце. Значит, ты узнал. Ты знала? Да. Но, Кемаль, слушай, все не так, как ты думаешь. Почему ты знаешь, что Берат тебя любит, не сказала мне об этом? Как я могла тебе сказать? Да и ты не знаешь о случившемся. Я подумала, что... Как ты могла так поступить, Бахар? Как ты могла мне не сказать? Послушай, я могу тебе объяснить. Он мне сказал, что все кончено, что чувств не осталось. Берат уходит. Потому что... Все еще тебя любит. Поняла? Все еще любит. Я не знала. Как мы могли все это делать, смотря ему прямо в глаза? Кемаль. Кемаль, что ты здесь делаешь? Доброе утро. Я хотел, чтобы ты сразу, как только проснулся, видела меня. Что это у тебя на щеке? Иди-ка сюда. Давай, ближе, ближе. Еще чуть ближе. Ну, Кемаль. Что? Бахар. Где же она? Почему же так происходит? Я постоянно очень скучаю по тебе. Этим, наверное, ты хотел сказать, что тоже по мне очень скучаешь? Да. Ну ты хотя бы язык не проглотила, уже хорошо. Ну, Кемаль. Ты тоже можешь такое говорить, я не разозлюсь, хорошо? Ты можешь не волноваться. Я тоже соскучилась по тебе, причем соскучилась очень сильно. Хорошо? Нет, нехорошо, красавица.
Говоря это, тебе еще стоило бы поцеловать меня. Хорошо, Кемаль, но как я могу сейчас тебя поцеловать? А, тоже верно. Ну тогда давай запишем это в тетрадку долгов тоже, а? Да. Одна песенка. И один поцелуй. Госпожа Бахар, имейте в виду, за должности у вас все больше и больше. Как я могу погубить вас? Как я могу разлучить вас? Доброе утро, доброе утро. Доброе утро, сестра. Проходи, доченька, ты тоже садись. Поскольку Кадер не удивило то, что я сижу за этим столом, мне нужно пореже приходить в этот дом. Кемаль, не глупи. Шутки шутками, но я, пожалуй, пойду. А то я нагрузил вас с утра пораньше. Да что ты? Я еще кое-что хотел спросить, тетушка Севги. Можете вечером Бахар отпустить со мной? Мама, это по поводу еды. К тому же Кемаль вовремя привезет меня обратно. Даже не знаю. Дай слово. Привезу вашу дочь обратно. Во столько, во сколько вы скажете. Я и так буду очень внимательно следить за ней, дай слово. Ну ладно тогда. Послушай, есть вот это, а еще есть... Кадер, а как тебе это? Ой, прекрасно. Ну, для 60-летней бабули нормально. Сестра, а можешь вот это надеть, пожалуйста? Слушай, ну нельзя, Кадыр, она очень открытая. Эх, сестра. Будь немного женственней. Женственней. Кадыр, ну что ты такое говоришь? Я что, кошка, что ли, для тебя? Ну ладно. Не имеет значения, что ты наденешь на сегодняшний вечер. Потому что Кемаль любит тебя такой, какая ты есть. Сестра. У вас наверняка будет свадьба. Да что ты, Кадыр? Ну... Там уже очень рано думать об этом. Потом не говори, что твоя сестра не предупреждала тебя. Да. Госпожа Севги, это Зухре Козан. Можете подождать секунду, я пройду внутрь, и мы спокойно поговорим. Да, я слушаю вас. Я хотел бы с вами обсудить то, из-за чего мы с вами вчера увиделись. Вы смогли поговорить с своей дочерью? Послушайте, госпожа Зухра. Я тоже не хочу, чтобы моя дочь была несчастна. Я в кратчайшие сроки поговорю с ней, можете не волноваться. Но не знаю, поможет это или нет. Должно помочь. Пожалуйста, обсудите с ней это и уладьте. Всего доброго. Отец ходит с недовольным лицом, ты не выходишь из комнаты, как ребенок. Она просто не знает, что делать. Пора бы ей уже привыкнуть, брат. Она не первый раз видит, как мы переживаем подобное. Но этот случай выделяется. Кажется, что вы действительно поссорились. Он отобрал твои кредитки. Он хочет, чтобы за эти деньги я стал тем, кем хочет он, но я не стану им. Брат, он делает это ради тебя. Да ладно тебе. Он просто срывается на нас. Мы уже взрослые, и мы сами решаем, кем быть и что делать. Он во все лезет. Ты хочешь стать водителем? Почему бы и нет? Нет, дело совсем не в этом. А в чем может быть еще дело, брат? Я помогаю Берату. Но мне так совсем не кажется. Короче, я в душ, брат. Тебе деньги нужны? Нет, спасибо, брат. Как-нибудь сам. И как же ты сама? Ни работы, ни денег. Конечно, водителем можно поработать, но там мало платят. Ты пока на это поживи, потом на твой счет закину еще. Ну возьми. Да ладно. Но это в долг. Ладно, договорились.
Ты Маля, нет? Он в своей комнате. Не выходил. Они с отцом хорошо поругались. Вот как? Почему? Ты лучше знаешь. Из-за этих дел с маршрутками? Да ладно. Ты прекрасно знаешь характер дяди Османа. Лучше бы ты не рассказывала ему об этом автобусном деле. Мама Зухра, пожалуйста, пусть Кемаль не знает, что это я сказала. К тому же я сделаю это для его блага, честное слово. Для моего блага, да? Мама, можешь оставить нас наедине? Кемаль, любимый. Как ты могла так поступить, а? Кемаль, послушай, что слушать? Как ты могла так поступить? Как ты можешь думать, что, настучав обо мне отцу, ты помогаешь мне? Кемаль, послушай. Даже это место не подходит тебе. Ты не должен находиться в таких деревнях. Хандан, замолчи уже. Ты просто тратил время с этими подошвами. Общался с какими-то странными людьми. Дорогой, я боялась, что с тобой что-то случится. Честное слово. Хватит уже, Хандан, хватит бредить. Кемаль, ты куда? Некоторое время не появляйся на моих глазах. У магазина продажи были плохие, были большие потери, и они решили уволить домработника. Эх, доченька. Дорогая. А почему именно тебя? Кого-то еще уволили? Нет. Я была самым новым работником, поэтому только меня и уволили. Мама. Прошу, не расстраивайся. Я ожидала, что так будет. Что поделать? Так было суждено. Одна дверь закрывается, другая открывается. Эх, Севги, у меня к тебе хорошая новость, хорошая новость. Что такое, Назира? Что за новость? Я разговаривала с госпожой Илдес, она говорит, чтобы ты приходила сегодня. Боже, как же нам сейчас повезло-то, а? Назира, дай бог тебе здоровья, дай бог тебе здоровья. Да ладно тебе. Ты не переживай особо, злость от отца постепенно рассеется. Я знаю, сестра, но... Я больше не могу терпеть того, что он пытается контролировать мою жизнь. Это Осман Кузан. Разве может не контролировать жизнь? Привыкай. А Хандан его сообщница. Ну, она беспокоится за тебя, это нормально. Ой, стоп. Подожди. Возьми. Некоторое время будешь пользоваться моим. Спасибо, сестра, но я не могу. Я уже злюсь. Машина гниет на парковке. Думаешь, я из дома вообще выхожу? Бахар, вот там, кажется, написано. Да, это та улица. Надеюсь, я им понравлюсь. Нам сейчас очень нужна эта работа. Конечно, ты им понравишься, мамочка. Как ты можешь не понравиться им? Я волнуюсь, что ты будешь уставать. Да ладно тебе, буду делать обычные дела, которые делаю дома, но... Бахар, это, наверное, вот этот блок, да? Подожди-ка, посмотрю. Да, это именно тот блок. Бахар. Кажется, это здесь. Конечно, номера нет, но... Думаю, да, ведь 9-е здание совсем рядом. Наверное, это оно. Тогда пойдем. Я, пожалуй, пойду, сестра. Не забуду твою помощь. Какая помощь, дорогой? А для чего еще сестры нужны? Если могла, я бы смягчила немножечко нашего отца. Ты не расстраивайся, сестра. Я как-нибудь это решу. Все улажу. Конечно, уладишь. Мой брат уладит все проблемы. Это было слишком идеализировано, но мне понравилось. Кемаль, отец любит тебя, ты ведь это знаешь. Мы с женой там были детьми. Ты был совсем малышом тогда. Мы любили ходить по паркам, видели там других людей и их отцов. Отцов, которые целовали и нюхали.
Наш отец таким никогда не был, ты знаешь. Конечно, дай бог ему долгих лет жизни, но у нас нет такого отца, ты же знаешь. А потом родился ты. Вот тогда-то он заулыбался. И первый раз его улыбку я видела, когда он взял тебя на руки. Видимо, только тогда он и понял, что готов для того, чтобы любить детей. Возможно. Отец любит тебя по-другому. Увидимся, сестра. Так это же вот, соседнее здание. Точно, там же 8 написано, прямо перед нашими глазами. Мамочка, мамочка, все нормально? Все нормально, нормально. Ну, мама, ты еще не выздоровела. Давай я тоже пойду с тобой, помогу тебе. Да я просто споткнулась. Ты тоже сделала из меня какую-то больную. Мама, с тобой точно все нормально? Нормально, нормально. Вот, мы нашли здание. Ты можешь идти. Ну, мамочка. Ну же, доченька. Сынок, зачем тебе это? Заставил садовника его искать. Я с трудом его нашла. Вот, возьми. Ну, нужно мне на ЗОЖ. Ты взял машину Юлдыз? Аня не смогла тебе отказать, да? У нее же бриллиантовое сердце. Увидимся на ЗОЖ, увидимся, дорогой. Кемаль. Работник супермаркета.